Наша компания ведет благородный бизнес и заботится о здоровье наших потребителей. Откровенно вам скажу, что это не просто красивые слова. Мы всегда считали и будем считать, что наш потребитель достоин лучших продуктов, натуральных продуктов, продуктов, которые принесут здоровье каждому из наших потребителей и членам их семьи. Дарить людям радость и здоровье – миссия коллектива большого предприятия, лидера молочной отрасли Беларуси, открытого акционерного общества «Савушкин продукт». Не случайно в этом году в номинации «Социальная ответственность» за ведение организации социально-ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон, персонала, потребителей, партнеров, «Савушкин продукт» был удостоен специальной награды конкурса на соискание премии правительства за достижение в области качества. Сегодня в обществе активно пропагандируется здоровый образ жизни, а это понятие включает в себя многие составляющие. Это и спорт, и правильное питание, и в целом активный образ жизни. А потому создание клуба экспертов молока аргументировано. Мне очень приятно, что с каждым годом людей, которые интересуются здоровым образом жизни, здоровым питанием, больше и больше. На самом деле в компанию обращается очень много людей с разными вопросами по здоровому питанию. Это и в социальных сетях, это и на интернет-площадках. Мы всегда открыты к коммуникациям, к общению, мы готовы ответить на все вопросы. И подтверждение того, подобные проекты и наш молочный фестиваль «Облака молока». Мы открыты общению, потому что нам от наших потребителей абсолютно нечего скрывать. Мы производим только натуральные продукты и только для здоровья. Клуб экспертов молока – это своеобразное логическое продолжение проекта «Клуб любителей молока». Работать он будет на протяжении года, собирая раз в месяц новых участников. Тематика широкая – от формирования общего представления о современных технологиях в молочном производстве до умения выбирать полезные продукты и правильно читать этикетку. Информацию будут подавать наглядным способом – с помощью мастер-классов от известных экспертов, экскурсий, дегустаций. Уже на первом заседании участники встречи смогли увидеть кулинарное шоу от шеф-повара «Таймс Кафе», получить мастер-класс от врача медицинского центра «Ладе». Молочные продукты хороши, они разные. Найдите свой, и будет польза, будет здоровье. Не забудьте дать молочный продукт детям и пожилым людям. Не забудьте дать молочный продукт тому, кто занимается спортом, тому, кто учится. Для них, для всех молочные продукты – это хорошо. Если вдруг что-то случилось с медицинским каким-то вопросиком, есть смысл поговорить с докторами. А у нас в Ладе много разных специалистов, которые решат разные вопросы. И самое главное, все участники клуба экспертов молока увидели воочию, как готовятся любимые йогурты и сыры, молоко и сметана. Побывали в самом сердце предприятия и убедились, те продукты, которые мы ежедневно употребляем, действительно натуральные. Я впервые на таком производстве. Действительно, все процессы настолько автоматизированы, это какое-то будущее. Честное космос. Слово, да, натуральный космос. Очень понравилась чистота, очень понравилось то, что все процессы технологичны, все прям вот по последнему слову техники. А еще очень понравилась онлайн-камера из коровника, когда видно, откуда идет молоко. Ну и, конечно, не осталось никаких сомнений, что продукт натуральный, чистый, наш, родной и безопасный. Убедился в том, что наша продукция действительно по-настоящему вкусная. И вы знаете, пробуя, например, из других стран те же, пример сыры, молочной продукции, я бы сказал, что наше белорусское и, естественно, брестское качество, вот именно качество, я повторюсь, и не стесняюсь этого слова, я этим горжусь. Молочная продукция, она самая первая продукция, с которой мы с пеленок, как говорится, с пеленочек. Да, мы растем именно на молоке и продолжаем. Клуб экспертов молока открыт для всех желающих. Вступить в него сможет каждый, кому не безразлично здоровье, правильное питание и спорт.